Да, мы уснули. Я говорил глупости ночью? Не говорил всякую ерунду? А? Все вокруг утихло. В этом минус нашей работы. Один день ты король, другой день бродяга. Может, пришло время поменять работу? Я вчера спрашивал тебя, пригодитесь ли вы мне? Пригодитесь, партнер. Тогда и мы согласны. Партнер, мы будем вершить большие дела. Но погоди. Кому мы посвятим наше партнерство? Кому? Тем, кто бросился вниз, чтобы мы смогли подняться. Людям с тяжелой судьбой. Тем, кто потерял. Как бы мы выиграли без них? С этих пор никаких тайн. Ты не смотри, что мы ссоримся, но Али, Эйшан и я, мы такие, мы очень близки. Теперь и ты принят в семью. Ты один из нас. Не так ли? Конечно. Вы когда-нибудь просыпались утром и чувствовали, что вы приблизились к мечте? Я чувствовала. Еще не готово? Я проголодался. Вкусно пахнет. Я не могла проснуться. Ты приготовил завтрак, Джингис? Да-да. Вкусная яичница с колбасой, хочешь? Я хочу. Погоди, малец. Садись. Так. Налегай. Али? Джингис не пришел ночевать. Скоро придет, наверное. Пойдем выйдем. Что происходит? Почему улыбаешься? Что бы вы делали без меня, а? О чем ты говоришь, Али? Дорогая, ты можешь всех обмануть, но только не меня. Не волнуйся, Джингис не знает. Не знает чего? Того, что ты проворачиваешь за его спиной. Али, я иду в дом. А ты приди в себя. Когда придет Джингис? Что будет, когда придет Джингис? Я должен бояться Джингиса? Что ты еще задумала? Кому ты роешь яму?
Я вчера навещал твоего отца. После тебя. Что ты сделал? Думаешь, ты одна такая умная? Что вы двое опять задумали? Мы ничего не задумали. Я увидела его впервые за многие годы. Да что ты, не лги мне. Али, у меня больше нет отца. Если хочешь, иди и скажи это Джингизу. Для меня отец умер. Вот как. Тогда хорошо, никаких проблем. Что это значит? Я это дело уладил. Теперь твой отец не будет проблемой. Как ты уладил? Какая разница, дорогая? Ты же сказала, он для тебя умер. Что ты сделал? Али, что ты сделал? Все как обычно. То, что сделали бы вы, будь у вас мужество. Али! Али!